Отправляемся, ребятушки, мочить танки. Ух ты, огнеметик Феникс. А у меня чё, на Джокере, да, чувак? Ё-моё. Да. Не особо, не ахти. Не ахти, ребята. Так, давайте. А зачем мне лечение? Это ты вызвал лечение, да? Ё-моё. Тихо. Он подлечился, да? Так, а ты где там, дружище мой? Давай. Мочить его вместе. Еще один удар, давай. Ё-моё, взорвался, да, чувак? Ну да ладно. Победная серия есть, хорошо. Еще одну звездочку мы заработали. Давайте еще одну звездочку заработаем, чтобы открыть сундучок. О, этот на оси, нифига себе. Ух ты, ну у нас два титана. Что весьма неплохо. Так, ждем. Где они там идут? Так, давайте. Так, в кого они так хоть я попал, алло? Да, осу уничтожили, осу уничтожили. Хорошо. Так, ждем. Чувака этого. Ох ты, попадание. Так, моего друга уничтожил. Ах ты гад такой. На, получай. 173. Чего-то там. Есть, давайте открывать сундук. Опа. 15 монет. Увеличили немножко кобру и титан. Взрывная волна мы. Ребята увеличили. Ух ты, это что такое за золотой? Офигеть, давай его открывать быстрей. Офигеть. Давайте будем его открывать. Золотой сундук. Нифига себе, там может быть танк просто лежать. Какой-нибудь новенький. Так, все, ждем. Ждем, ребят. Так, пускай они подъезжают, я их напалмом щелкну. Напалм летит, ребята. Нифига, и тот вызвал, и я вызвал, представляешь? Взрываем. Так, ну эти не так, так легко не сдаются, я так понял. О, прям меня стрельнул, а, гад. Так, сейчас, тихо. Ух ты, он меня может вырубить сейчас, прикинь. Есть. Вот так вот, уничтожили. Хорошо, прям победная серия. Ну что ж, давайте повторим. Повторим гонку. В прошлый раз у нас бензин закончился. И мы не доехали. Что для меня очень-очень странно, удивительно. Потому что тачка прокачанная максимально. Оружие у нее, да много чего есть у нее. Колеса прокачанные. Турбобуст. Тоже прокачан максимально. Так, где-то здесь будет такая тропинка, дорожка, мостик такой большой. Вот на ней надо бы нам ускориться. Будем буст включать. Не помню, где она начинается. Ага. Нет, не здесь. А, вот, вот. Ой-ой-ой-ой. Мы вниз случайно упали. Не выдержала конструкция нашего мощного автомобиля. Конечно. Так у нее тут сколько тонн. Ё-моё. Все, закончился. Бензинчик закончился. Офигеть. Все, и буст, и бензин, все закончилось. А, ну в этом же мы месте, в принципе, в прошлый раз и доехали, и дальше мы и не проехали. А, да ты что, перевернулся-то в конце? Совсем чуть-чуть не доехали. Так, и у нас новое задание. Так, давайте посмотрим, что здесь вообще. Как здесь, что делать? Ага. Так. 10 секунд уже прошло. 17 секунд. О, давай, есть. Ну, успеем, нет? 25 секунд, а надо было за 24 секунды, вы серьезно? Вы серьезно, 24 секунды? Ладно. Попробуем за 24 секунды, так за 24 секунды проехать. Ой, нет, блин, задело меня. А уже не успеваю, давай заново.
Давай заново проедем. Давай же быстрее, быстрее, быстрее. Едем. Так, 14 секунд. Ох ты, а чё, как так я задеваю-то? Ага. Всё хорошо, давай, 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 24 секунды. Блин, не успел. Так, новый уровень. Новый уровень, ребята. Может, сейчас мы за один раз успеем. Опа! Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. О! Давай, 20 секунд уже прошло. Финиш. 27 секунд. Проехали, успели, представляешь? С первого раза. Новая трасса. Фестиваль шаров. Так, что у нас там по машинкам? Вот такая машинка, ну давайте поедем. На черную. Пускай черная будет. Ну хотя фестиваль шаров, по идее, цветная, можно было снизить, ну да ладно. Есть, все, теперь мы хорошо стартанули. Прям таки замечательно. Так, ну и что, где у нас там фестиваль шаров, я так не понял. Где шары? Мне интересно. А, вот и шарики пошли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это мы стукнулись. Так, мне придется начать шоу, да? Турбо включить свой. О, жетоны профукали. Ух ты, нифига! Шары поднимаются в небо. Так, что-то я уже какой раз не могу взять эти жетоны. Так, положили жетоны. Непонятные места. Опа, хотя бы чуть-чуть. Чуть-чуть взяли жетончиков. И ускоритель еще я подобрал. Так, бензинчик, в принципе, у нас хватает. Бензинчика. Давай, ускоримся уж, ладно. Офигеть, у нас было 300 километров в час. И еще я врезался, да. Тихо. На, давай мы его подобьем. Немножко подбили. Ох ты, ускоритель. Так, жетоны. Хоть немножечко, но соберем эти жетоны. Жетоны у нас будут. Но еще больше жетончиков. Так, ускорителя нету. Кстати. О, жетоны были. Лады. Так, у нас второй круг. Бензинчик хватает у нас. Кстати, вон почему у нас тут дается бензин на карте. Реально, бензин может закончиться. Если мы ни разу не возьмем бензинчик. Либо это, возможно, в будущем за с всякими улучшателями. У нас машинка будет нормально быстро ехать. Вот смотри, что он сделал, а, гад. Нам реально нужно этот сам. Ну, мы сейчас пройдем эту гонку, пойдем в Калифорнию. И будем улучшение какое-нибудь покупать. Выиграем улучшатель нашей машинки, я возьму ускоритель. Чтоб мне машинка вообще ускорялась бешено, бешено. Так, у нас пока третий круг. Ну, это он, все, заканчивается. Да, приехали в четвертом. Но что будет, если мы приедем не в тройке лидеров? Давайте посмотрим. Так, нам дают жетончики, нам дают топливо. А, всего лишь 59. А хотя могли собрать было 130. Ну да ладно. $242 у нас есть. Давайте, значит, меч прокачаем. Скорость вращения меча. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а ну-ка, скорость меча нормальная. Все нормально вроде бы. Все хорошо. И меч уже намного быстрее стал щелкаться. Да, так я зомбарей быстрее буду убивать. Так, ящики вот эти, до которых я хотел все время дойти. А-а-а, все, энергия закончилась. Конкретно энергию надо прокачивать, капец. Ну, давай прокачаем броню. Потому что, не знаю почему. Мы сейчас намного дальше будем проходить, я так думаю. Потому что здесь непонятно. Качаешь одно, получаешь совсем другое. Сейчас посмотрим, докуда дойдем.
Так, а ну-ка. Посмотрим, сейчас дойдем подальше или нет. Так, вот нубик еще, видишь, сзади. Он тяжелый очень. Да, видишь, как мы прошли? Мы здесь не были. Просто прокачал защиту. Я не знаю, с чем она связана. Но это нам помогло, ребята. Я думаю, может быть, еще даже 283. Мы даже еще защиту прокачаем, если у нас денег хватает. Защита. Да нет, давай энергию качнем. Энергию, да? Во. А, в смысле, денег не хватает. А, на 411. Ну, потому что ж приходит, придется тогда броню прокачивать. Оно, в принципе, тоже влияет. Броня почему-то влияет тоже, как далеко мы пройдем. Так, нубик ходит сзади. Мы его, нам приходится его тащить. Не знаю почему. Так, а ну подожди, щелкайся. О, 5 баксов. 4 бакса. Подожди. Да, вот, еще 5 баксов. Не, вообще выгоднее коробочки, конечно, уничтожать. В коробках что, деньги лежат? Наверное, ребята. В коробках лежат деньги. И мы когда их ломаем, коробочки, то оттуда высыпятся много-много денежек. Ой, хорошо. Хорошо, как хорошо. Но еще идти далеко очень, потому что прокачивать надо вообще конкретно причем. Ух ты! Какое-то замерзшее озеро большое. Так, все, кончается энергия. Ё-моё, кончилась энергия. $351 нам заплатили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, давай ботинки, боцики прокачаем. Ой, хорошо. Прокачаем боцики. Теперь намного быстрее стали мы ходить. Сейчас вообще нормально будет. Да, боцики надо прокачивать, все. Конкретно смотри, он прям бежит. Всех валит. Это очень-очень-очень быстро мы сейчас пройдем. Давай-давай, вот этого еще. Вот, щелкнули. Так, вот этих давай-давай-давай. Зомбариков всех мочим. О, один спрятался. Вот этого тоже. Так, вот еще зомбарики, ё-моё. Давай быстренько зомбариков убьем. Так, энергия заканчивается. Ёлки-моталки, все. Закончилась энергия, но прошли мы чуть-чуть больше. И ящиков больше мы заработали денег, 368. А всего 500. Ну, прикольно. Так, ну что у нас тут, заяц это, да? Шоколадный заяц. О, блин, он был остановлен фотоаппаратом. Это меня сбило. Я ждал, пока он там второй раз я не понял, он там что-то остановился. И, конечно, меня это прокосячило из-за этого. Я прокосячил, да. Косяк с моей стороны есть. Что я его не щелкнул. Ну да ладно, ничего страшного. О, бочка. Ох ты, да потому что всякие эти штуки там висят. Они мне помешали. Прыгалка. Ах ты, не успел. Вообще. Да потому что скорость бешеная такая. Ну это хорошо, конечно, что скорость большая. Бочка. Да ё-моё, стена здесь появилась-то откуда? Откуда здесь появилась стена? Не надо мне никого смотреть видео, отстань от меня. А, 12 тысяч. Ну, что-то можно здесь и приобрести, давай посмотрим. А, Бертаник. Ну, давай. Больше денег типа даст нам. Хорош. Так, видишь, смотри, он его фоткает. И мы можем побеждать таким образом. Фотоаппарат. Но фотоаппарат ненадолго. О, ракета. Есть. Перепрыгнули стену. С бешеной скоростью несемся. Прыгалка. Раз. Два. Гэндальф. Есть. Открываем. Что там? 600 монеток. Хорош. Хорош, смотри, желейные мишки уже розовые пошли. Или это не розовые, это больше даже фиолетовые какие-то. Да, далеко мы здесь не проехали. Эх,
Далеко не прошли. Ну да ладно. Новый рекорд зато у нас и есть.